Всероссийская акция «Блокадный хлеб» стартовала в Северском районе. Торжественное открытие состоялось на площади Дома культуры. В мероприятии приняли участие представители администрации, школьники, студенты, а также работники сферы образования и культуры. Сегодня стартует акция «Блокадный хлеб». Это акция памяти тех людей, которые отдали свою жизнь за период войны, в период блокады, самой страшной и длительной блокады, которая была за всю историю человеческих войн. Цель акции – не забывать и помнить этих людей, передавать из поколения в поколение их подвиг. И вот этот хлеб, который сегодня мы раздавали, будем раздавать, символизирует то, что люди действительно, не имея ничего, кроме этого кусочка хлеба, выживали, боролись и победили. К собравшимся обратилась исполняющая обязанности главы района Марина Наумейко. Она напомнила, что необходимо сохранить историческую память о подвиге наших предков, чтить стойкость и мужество защитников города. 2020 год объявлен в России годом памяти и славы. В этом году мы отмечаем великую дату – 75 лет со дня Победы. Победы в одной из самых страшных войн за период всей истории человечества. Наша задача всех живущих на Земле – сохранить мир на планете, сохранить то, что удалось сделать поколению героев, доказать всем, что их подвиг был не зря. В этот день начали работать специальные пункты выдачи хлеба. Принять участие в акции, получить символический кусочек весом 125 грамм с информационной листовкой мог любой желающий. Акционный хлеб только внешне напоминает блокадную норму. В самые тяжелые дни в муку для ленинградцев добавляли березовые почки и сосновую кору. Акция «Блокадный хлеб» – это очень нужная и важная акция. Потому что мы должны помнить о том, как это было страшно, как это было трудно. Помнить о тех, кто принимал участие и в освобождении блокады. Помнить о блокадниках, которые очень многие погибли. Память, 2020 год – это год памяти и славы. И вот именно память об этом событии очень важна и нужна, особенно для молодежи. Студенты Краснодарского краевого колледжа культуры на импровизированной сцене подготовили театрализованную постановку, посвященную детям блокадного Ленинграда. И в свисте пуль, и в завывании бомбы детский ножик бег должны вы слышать. И в оккупантах, в катакомбах не то, что дети должны запомнить. 2020 год объявлен годом памяти и славы. «Блокадный хлеб» станет первым мероприятием памяти участникам Великой Отечественной войны. Завершится акция в день снятия блокады Ленинграда, 27 января.